конкурс по избранию главы Сергиево-Посадского муниципального района у нас на территории пройдет 24 ноября. Сегодня, значит, прошло главное решение по назначению конкурса. Также принято решение о делегировании кандидатов в работе конкурсной комиссии. В состав комиссии войдут представители, назначенные районным советом депутатов и губернатором Московской области. В качестве местных членов были утверждены председатель райсовета Рита Тихомирова, депутат, глава Березняковского сельского поселения Владимир Жульев и начальник отдела муниципальной службы и кадров Ольга Клинова. Обращение о назначении еще трех членов комиссии будет направлено губернатору. На прошлой неделе на внеочередном заседании райсовета было принято положение о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур. Президенту на пост главы предъявляются стандартные требования. Высшее образование в области государственного и муниципального управления или экономики, опыт работы в области государственного или муниципального управления экономики, финансов, хозяйственного управления, либо стаж работы в органах государственной власти не менее 5 лет. Также соискатель должен будет предоставить сведения о размере источников дохода и имуществе. Аналогичные данные необходимо предоставить о доходах и имуществе супруга и несовершеннолетних детей. Оперативность решения вопросов, касающихся выбора районного руководителя, Рита Тихомирова объяснила необходимостью сохранить высокий темп работы администрации, набранной за последние годы.